Анна, подскажи, пожалуйста, вот к нам вышел куратор. Это, как правило, человек часто без медицинского образования, и мы его должны обучить и как продавать, как работать с пациентами, и по врачебной части тоже сориентировать. Вот какие инструменты, материалы, чек-листы он должен изучить, чтобы полностью углубиться в эту тему, и чтобы стать максимально компетентным? Обычно при найме как бы нового куратора, да, неважно, клиника уже работает давно, либо она только тоже открывается, достаточно 2 недель, чтобы понять, останется человек, вообще подходит он нам или нет. Хочешь узнать, можно ли открыть стоматологическую клинику по франшизе «Демократ» в твоем городе? Прямо сейчас переходи на наш сайт, оставляй заявку и получай полный пакет документов, а именно финансовую модель открытия окупаемости клиники, подробный план открытия и уже готовый скринкаст видео о том, как один из наших партнеров открыл клинику и вышел на выручку 4 миллиона рублей. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под этим видео, вводи свою электронную почту, имя и номер телефона, и в течение 5 минут тебе придет информация в виде смс-сообщения и на почту с полным пакетом документов. Переходи по ссылке в описании этого видео, оставляй заявку и получи полный пакет документов. В первую очередь, с чего мы начинаем обучение? То есть это знакомство, да, то есть с самим продуктом, услугами, что такое стоматология, как эта вся тема лечится, что делают доктора, в каком порядке и так далее. Далее есть регламент именно касаемо продаж, да, то есть почему сначала идет продукт? Просто чтобы человек понял, это вообще его или не его, потому что очень многие приходят, они пугаются и уходят быстро, да, чтобы не тратить наше время. То есть, поэтому сначала идет продукт, потом идет сам регламент. Регламент именно принятия первичных пациентов. То есть, какие шаги, сколько циклов он должен пройти, чтобы совершить в конце продажу. Да? То есть, регламент принятия первичных пациентов. Далее предоставляем видео закрытий, видео успешных закрытий и неуспешных закрытий. То есть, это видеовырезки с камер работающей клиники, да? Как консультирует доктор, как доктор подогревает пациента, растапливает его, да, потом как куратор заходит, что он говорит, сколько времени это все занимает, то есть закрытие они не 5-минутные, там на самом деле по часу и по 2, то есть человек сидит, внимает все это, да, опять же смотрит, справится, не справится. Далее что? Далее какая-то обучающая литература именно касаемо продаж, и потом это, наверное, последний пункт, это уже коммуникация с самими докторами. То есть, потому что если куратор не найдет коммуникацию с докторами, но он не сможет с ними продавать. Вот и все. 4 основных момента. Да, скажи, пожалуйста, сколько вот период адаптации в среднем куратора с момента, что человек пришел, до момента, что мы понимаем, что можно включать на него поток первичных лидов и как бы не переживать за то, что он их сольет? Ну, обычно недельку мы учимся без пациентов. Со второй недели мы начинаем уже каких-то пациентов принимать, да, то есть это обычно не лиды, мы тренируемся на каких-то холодных, ну, на холодной базе, там, на бегелёночках, вот. И, наверное, 1-2 месяца, чтобы куратор реально полностью влился, чтобы у него ушли страхи, как это сразу продать человеку там на 200, на 300 тысяч, да, ну, поэтому, наверное, 1-2 месяца. Скажи, пожалуйста, здесь еще такой вопрос возникает, вот часто, сейчас для действующих клиник спрашиваю, вот клиника работает по системе, где нет куратора. И, в принципе, ну, достаточно успешно работает, делает какие-то цифры. Например, назовем цифру там, в 2 миллиона рублей на 3-4 кресла. С одной стороны, клиника понимает, что вроде как куратор и нужен, а с другой стороны, есть опасения взять этого человека. Вот насколько вот эта технология, то, что работает куратор, она рабочая, и стоит ли ее делать клиникам, которые уже умеют работать? Тут весь вопрос, что вы хотите, да, потому что если вас устраивают эти 2-3 миллиона, клиника полностью загружена, может быть, и не нужен куратор, да, но если вы понимаете, что в клинике есть условно там 10 докторов, они вам делают 2 миллиона, ну, это ничто. Соответственно, нужен куратор для чего? Чтобы он реализовал, наверное, программу продажи именно комплексных планов через продукты, кредитные продукты. Для этого. Да, потому что когда вы продаете по факту, это одни деньги, когда вы продаете сразу комплексно, это совсем другие обороты. Хорошо. Большое спасибо.